Внезапная эпидемия превратила нас всех в дистанционных педагогов. И хотя сейчас все ограничения постепенно будут сняты, что мы вынесем из этого периода вынужденного дистанта? Что останется после того, как мы вернемся, с удовольствием вернемся в наш класс? Кто-то вынесет из этого интересный новый опыт. Кто-то за это время нашел для себя новые инструменты, приемы и методы, которые мы будем теперь использовать. Кто-то смог расширить свои возможности, найти новых учеников и, собственно, развиваться по-новому и уже не хочет этого бросать. Для кого-то новый дистанционный опыт – это расширение границ. Самое важное, чтобы от этого действительно что-то осталось, чтобы мы смогли обобщить наш опыт, чтобы мы могли чему-то научиться, и чтобы после того, как мы вернемся в класс, мы использовали наработанные идеи и сделали наш урок еще более интересным и эффективным. Именно поэтому я приглашаю вас на свой курс, который мы проводим с Ольгой Юрьевной Болтневой 1 сентября. Наш курс – урок английского языка в дистанционном формате. Специфика и методические решения. Мы поделимся теми наработками, которые получили за этот период. Мы посмотрим на приемы и методы, которые работают как в классическом, так и в дистанционном формате. Мы посмотрим на специфические дистанционные формы. Это будет интересный опыт. Это будет то, что поможет вам двигаться дальше и развиваться, как бы ситуация не развивалась. Приходите на наш курс.